социальная программа, бесплатные компьютерные курсы при Международном гуманитарном университете работают успешно. Ну, сегодня, наверное, нет тех людей, которые еще полгода говорили, что пройдет избирательная кампания, эти курсы закроются. Видите, мы если делаем социальную программу, если открываем ее, то она на годы, на десятилетия. Я хочу вам напомнить, что у нас такая же социальная программа есть на 5-й станции Большого Фонтана, юридическая клиника. Более 15 лет уже работает. Я уверен, что вот бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей будут работать не только в нашем городе, но, наверное, во всей стране. Потому что, как мне представляется, нужно законодательно закрепить. Вот на эту программу нужно выделять денежные средства. Потому что люди, которые имеют общий трудовой стаж 30-40 лет, в свое время не было возможности освоить и надобности освоить компьютерное дело. А сегодня без компьютера практически невозможно быть в курсе того, что происходит в нашем государстве. Во-первых, мы стали человеками. Невзирая ни на дождь, ни на что, вопреки работе общественного транспорта, мы каждое занятие мчались сюда со всех концов города. Во-вторых, наши мозги, ну, в нашем возрасте они немножко заржавели, но начали работать. И спасибо за терпение нашим мальчикам и девочкам, которые сделали нас как бы человеками современного общества. Теперь мы тоже сострянем в этой мировой паутине, будем там целыми сутками сидеть. Мое впечатление просто бурлит, кипит, и вообще мне так приятно, мне так хорошо. Молодость вернули. Давай. Дали возможность почувствовать себя студенткой, выпускницей, диплом получила. В общем, хочется еще раз на бис. И хочу всех поблагодарить. Сергея Васильевича, в первую очередь, за такую вот предоставленную возможность нам в такое сложное время учиться на бесплатных занятиях компьютеров. Поблагодарить Оксану Александровну, Сашу, Дениса от себя лично и от всей нашей первой группы.